самом SME-3009 оригинальном. Модел сам Зубрицкий, Гена, если знаете, кто это. Знаю, прям да. Полностью модел, с подшипниками, вот с маслом, вот это вот, с пайкой, с шеллом, со всеми пирогами. Вот, в общем, это все его как бы творение в источнике, поэтому, ну так. Ну и после боинга работает, да? Странно, ну да. Вот, и головка Каэцу Блэк, да? Я сказал? Нет, не сказал. Старая, кстати, Каэцу Блэк. ТМС? Да. Thank you.
не просто запись 44, это у меня один товарищ очень сильно заморачивается с CD-дисками. Он коллекционирует очень дорогие промо-японские диски. Они стоят каких-то там, оказывается, немеренных денег, и играют они действительно совершенно по-другому. То есть, если брать штатные какие-то рядовые диски CD обычные, допустим, там Depeche Mode какой-то альбом, да, и взять японский промо Depeche Mode, то когда вы их воткнете, вы немножко удивитесь, по очереди, я имею в виду. То есть японский промо на несколько порядков реально отличается по качеству, ну, как бы, и по уровню. То есть вот этот трек взят с японского промо-диска, который Stockfish Records, который занимается артистом Крис Джонс, чья это композиция, прислал туда в Японию. Он их грабит, ну, образы с них снимает ночью, он выключает весь свет в квартире, все лампочки, все, что может срать в сеть, вот, отключает все питание, включает все на аккумуляторы, Mac, привод, и снимает образ, короче. Он даже продает эти копии по каким-то там тоже таким немаленьким денежкам. Ах да, а потом я включу пластинку эту же на 45-й скорости, можем, ну, поугарать по сравнению. О, отлично. Seize a call for senses. The boss wanna know what's going on. So Joseph and Mary hit the road. With Mary nigh on 9 months gone. And you know we're talking about a hell of a walk. And they had no place to stay. They tried the inns and the hotels. The message was plain as day. You'd get no refuge, no respite, and no sanctuary here. No refuge, no respite, and no sanctuary here. Орган и потом женский голос. Тут и можно останавливать. Вот омский орган. Да. По-моему, записано прям в зале. Долго не играем, потому что времени нет. Going on a journey, and your route is laid out plain. Going where the sun shines every day. No more heartache, no more pain. Don't pack those bags too full, my friend. Make sure you're traveling light. I've taken over my love with you. To keep you warm at night, I could be singing this song long after you're gone.
можешь ничего не надо, включите мне только вот этот и все. Ну, оригинальный товарищ. Ну да. Не, очень хорошо слышно, кстати. Да, реально, там все есть. В этом ударе есть реально все. Реально все. А рамштайн уже был? Нет еще. Надо? Ну как же без рамштайн? Вот сейчас. Какой шестой, седьмой? Стол заказов 500 песен. Так. Сбербанк, Тинькофф. Только поставь мне. А винил духа поставь, пожалуйста. А? Винил вот той вещи этого, как Криса-то интересен. Да-да-да, сейчас давай, ну, давайте Рамштайн сыграем, разрядимся, ушки потренируемся. Духаст? Духаст, да. Почему я прошу? Потому что там на фоне грохота всякого жуткого совершенно. Там идет подпевка девичья. Чисто-чисто записанное. И вот это как бы противопоставление вот этого плотного совершенно спектра сумасшедшего от 30 Гц там до 20 кГц. И вот этим девичьим голосам. Голоса слышно. Вот это мне. То есть это свидетельство того, что запись очень хорошая. Насчет аппаратуры молчу. Пинк Флойд, Рум, давай, так сайт есть такое. Ты, ну, что-то надо оно. Уже что-то, мне кажется, надоело все. Там, запись. Там как раз вертолетик летает, ну, сразу будет там панорама. Слышно, Алан Парсонс все. Перемещается звук. Да ради бога, если хотите, пожалуйста. Таких ты уже сейчас те, кто слушает пинцлой, гнать поганой метлой. Алан Парсонс, давайте. Гнать прекрасную метлой. Короче, это. Сейчас, что я хотел сказать, подождите. Духаст сейчас. Да, Духаст. И, кстати, система реально 30 Гц играет в полку. И нам там на форуме написали: ха, бей ему 12BR70 30 Гц в полку. Только не забывайте, что речь про ток. Вы же слышите низ какой, да? Ну, как бы тут трещит все даже почему-то. Причем он не бубнючий, обратите внимание. Он просто низкий низ. Bestrafer sein, ja.
Джонса, да? Да. Эх, Крис Джонс. Винилово. Да, я понял, да. Как Рамштайн? Тебе потом на форуме напишут. Не сыграл. Да нет, ну вторая версия лучше была, естественно. Вторая песня, которая включена? Версия. Какая вторая версия? Это разные песни с одного альбома. Ну, значит, я не понял. Первый раз я включил Дугас, второй трек. А второй раз я включил первый трек. Он называется, я язык сломаю, как он называется. Не выговорю просто. Какой-то там Санчест Мест. Могу сказать, если... Давай, да. Если я прочитаю, по крайней мере, по-немецки. Это название альбома. А где? Ну-ка, удиви. Ром, включай музыку. Господи, я уже уходит совсем. Давай, немец. Сантисухи какие-то. Сантисухи, ага. Да. Ну, если по-немецки. Они самые, да. Senses. The boss wanna know what's going on. So Joseph and Mary hit the road with Mary and I on 9 months gone. And you know we're talking about a hell of a walk. And they had no place to stay. They tried the inns and the hotels. The message was plain as day. You get no refuge, no respite, and no sanctuary here. No refuge, no respite, and no sanctuary here. Juan had his long meetup and a baby boy they named Miguel. On the other side of the line it's heaven, on this side is a living hell. So you do what it takes, pick up stakes, and try to escape the drought. But when you get to the border, the INS, they got the wooden wagon out. You get no refuge, no respite, and no sanctuary here. No refuge, no respite, and no sanctuary here. Конец уже, два трека буквально. Лазу и что. И кино. Можно кино? Ну, это просто кино. Хотите кино? Да, ну, кстати, я бездельник. По высоким гораздо резче, чем эти колонки. Сань. Прям вот совсем речь. Слушай, ну как бы там пин-аудио вообще звучит по-другому. Не-не, я просто. Последний. На какой стороне? На второй. Точно? Ну, мне так помнится. Вот, проверим. Тянут ко дну боль и груз, прежних ошибок груз. Кстати, смех смехом, а записано, да. Бочка тут вообще нормальная. Мой плод, цветы из песен и слов, всем моим бедам на зло. Вовсе не так уж плох.
сытнее и проще на твердом берегу. Им не дано понять, что вдруг со мною стало, что вдаль меня позвало, успокоит, что меня. Ну и пусть будет нелегким мой путь, тянут ко дну боль и грусть, прежних ошибок грусть. Спасибо, вопросы. Ну, пару минут у нас есть, как бы, вопросы, пожелания, предложения. Валера, конструктор, я руки, как бы, что интересует, ответим. ЦАП как устроен? Р2Р? ЦАП, да, это Р2Р, ну, как бы, дискретно, на дискретных элементах, прямо вручную построен просто ЦАП. Р2Р, Р2Р. Фольговые резисторы впаянные коммутируются ключами. Лют, арома далеко? Да. Далеко, да? Ключами, и плис, он специально плиску прошивает, которую ими управляет. Он работает без оверсэмплинга, то есть что подали, то и сняли. На выходе два трансформатора, все. То есть ток имеет активное сопротивление, поэтому в R2R там они будут добавляться дальше. Да, они будут добавляться, но и, кстати, еще у вот эта плиска, я у него вчера спросил, она следит за тем, чтобы распределялась мощность на резисторы равномерно, чтобы они, ну, грелись, короче, одинаково. Там милливатт какие-то вылезли. Ну, нет. Тачара там приличный, как я понял, и все греется. А опорное напряжение постоянно там или регулируется? Не готов сказать. Я не конструировал просто. А уровень громкости у вас? Ну, видимо, да, если включается. Уровень громкости в преде. Это просто ЦАП. Здесь выбираются входы. Ну, просто там USB, SPDIF и так далее. Все. Питание у него ламповая, то есть вместо диодов стоят просто лампы, они в питании, это не буфер никакой. То есть у него так сделано, выходной ток просто подается в трансформатор и на выход. Все, 4 вольта выходное напряжение, если колонки у вас там 105 чуйка, можно сразу просто ЦАП повесить и слушать тихонько. Ну, типа. А, и трансформаторный выход, да? Да, 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 просто с транса напрямую. Я считаю лично, что это самое лучшее решение вообще в любых ЦАПах, будь то-то, все, никакие буферы, лампы, все это туфта. Вот транс нормальный ставишь и никаких вопросов. Ну, вы сами слышали, как он играет. То есть я 192 тото включал. Там
Вот такая вот просто бочка. Вот такая. Ну, то есть ты на M-Audio переключаешь, то она вот такая становится. Тут такой какой-то детский сад. А с этого, ну, прям в 4 раза отвечает. Нет, ну, играет лучшее винила хорошего тракта, условно говоря. Ну, то есть на каких-то вещах, да. Слушайте, да. Ну, от записи, от мастеринга много чего зависит. Очень разборчивый был самый сложный диапазон мид-бас. Мид-бас, да. Ток, это вот товарищ Крамер. Мид-бас очень хорошо, четко, совершенно отдельно. Все нотки, бас-гитары, бочки, барабаны, все идеально. Не мыли. Мыло, да, очень Бейма 12BR70. Не, ну, не знаю. 6000 рублей, кстати. Это фазоинвертор? Это закрытый ящик. Закрытый ящик? Это все работает от одного усилителя, да? Да, пассивный фильтр. Это чувствительность большая очень динамиков. Ну, ТИЧЛ стоит в середине и Морель 338 наверху. И это Бейма, ну... Там 93, да? 93. Нет, 91,5. А, вот. А, ну, нормально, средний. Какого порядка? Там разные. Это шток. Там не, скажем так, не тривиальная конструкция. Я сейчас поясню. Смотрите, вот если в обычном фильтре мы что делаем, чтобы завалить уровень твиттера? Мы ставим резистор последовательно, да? Ну, там 10 Ом, 8 Ом, чтобы чуть его притушить по амплитуде, да? Мы здесь ставим... такой не пройдет, да. Здесь такая фишка, не... я сюда килоом ставил, и вообще пофиг. Короче, здесь делается так. Вот есть ветвь с излучателем, и чтобы ответвить ток, нужно построить параллельную ему ветвь, такую же эквивалентную, то есть состоящую из индуктивности и сопротивления. По сути. То есть ты шунтируешь, и часть тока ответвляется в эту ветвь. А, круто. И частота, амплитуда понижается у драйвера. А усилитель там... ламповый? Да, или... усилитель ламповый, генератор тока. А лампы, какие лампы? Генератор тока? Ну, для нас это сложно. Я сейчас объясню. Дело в том, что просто лампа сама по себе генератором тока является в определенном режиме. Ты ее в короткое загоняешь, и она гонит ток. Все. Ну, как бы там есть много нюансов. Саш, ну скажи. Все. Можно по фильтрам еще вопрос? А да. Можно ли фильтр избавиться от индуктивности вообще, но не РЦ? Чтобы более эффективно, чем РЦ был, в принципе. Это возможно какой-то схемой? Что такое РЦ? Ну, РЦ фильтр. Есть РЦ фильтр. Так, а есть ЛЦ. Так. Вот. Вы хотите убрать индуктивность? Да, у РЦ низкая эффективность, потому что на резисторе просаживается мощность. А ну, можно да. ли без индуктивности отфильтровать высокие частоты каким-то вообще макаром? Я не знаю, может, есть какая-то фильтры, нет. Может, есть какая-то там патента? Так нет, смотрите, вы про нас, про систему, которую сейчас я рассказываю, а про вообще не готов сказать. Я даже об этом никогда не думал. Дело в том, что просто, чтобы вам завалить полосу где-то поверху, вам все равно ставить индуктивность. Да. То есть, если сам динамик ее не валит, как бы своей индуктивностью, вам придется ее ставить. Да. К сожалению, никто не придумал. Ну, либо использовать цифровые методы фильтрации. Медь очень дорогая. В активных колонках. Активным образом. Ну, можно активным, да. Активным делать, то есть, так вы вообще избавитесь и от R, и от C, и от L. Нет, в активных нету L. Нет, там в активных колонках есть гибридное решение. Когда есть пассивный фильтр стандартный, но в него не установлены резисторы. И в процессоре вы просто фильтрами обеспечиваете необходимое подавление уровня вверх. Любой фильтр в колонке создает фазовый сдвиг 2. Поэтому лучше применять. По поводу фильтр. Вот это продюсер. Это просто пассивный пред. Там ничего нет. Там просто регулятор громкости. Альпс, да. Там стоит Альпс четверенный. И, короче, просто два моноблока вот так крутить все время неудобно. А так одной ручкой. Это если вы да я не помню, Сань. Это знаешь, когда было? Ну что-то там но два, может, два с половиной. Фильтр активный, короче, она далеко играет. 6 далеко играет.